Несколько раз меня просили снять небольшой обзор колес, которые ко мне приходят, просто для понимания той работы, которую я делаю. Ну, в общем, смотрите, вот, например, CNC-шная ступица, Red Dot обода, вот такие вот колеса ко мне приходят. Для наглядности сейчас точно так же покажу вам заднее колесо. Вот заднее. То же самое, огромная восьмерка. Может быть, даже удары есть. Честно говоря, особо еще не смотрел. Не снимал я эти видосы, потому что я чрезвычайно ленивый. Да и как-то ничего интересного тут нету. Но коль требует, так уж и быть, оно будет. Наверное, это кому-то нужно и интересно. В общем, такие вот обода сейчас. И сейчас покажу вам, какие они получились после, ну, проделанной мной работы после центровки. Так, результат по заднему колесу. Нельзя сказать, что это прям очень хорошо, но что есть, то есть. Сейчас крутану, смотрим биение. То есть биение у нас дергается от нуля до, ну, короче, на одну единицу отклоняется. Причиной тому служит то, что в этом месте происходит скачок, так как колесо, как ни старайся, имеет эллипсность. Я бы даже сказал, оно местами является квадратом. То есть, смотрите, вот так мы его крутим. Восьмерки мы никакой не имеем, но сейчас сбоку крутану, но есть эллипсность. То есть колесо, ну, во-первых, гуляет, как обычно, вместе сварочного шва, но тут еще есть эллипсное отклонение по той причине, что, ну, на колесах, наверное, хорошо вжаривали, и результатом стало то, что обод все равно имеет искажение и погнутости. Будет ли это на что-то влиять? Да, конечно же, ни на что не будет, потому что едва ли на той скорости, которую развивает питбайк, и на кроссовой резине, тем более, что это вообще хоть как-то будет отражаться. Так что имеем, что имеем. Судя по всему, у переднего колеса жизнь была еще более сложная, чем у заднего. Я даже не знаю, ну, надеюсь, будет видно. То есть обод весь гнутый. И вот тут вот, ну, надеюсь, будет видно, есть трещина, вот она. И то есть так, если прокрутить обод, то видно, насколько ему досталось. Мерить биение на нем, ну, вообще не имею смысла, потому что, чтобы сделать из него хоть что-то, использовались инструменты тонкой настройки, а именно резиновая кувалда, резиновая подушка. В общем, что я сделал-то? Наверное, из плохого обода я сделал менее плохой обод. Как-то так вот. Ну, интересно ради крутану. Ну, он как бы в одной плоскости, но все равно со всех сторон, где только можно, есть биение, потому что вот эта посадочная кромка, она гнутая вся. То есть здесь она расширяется, дальше она сужается, тут опять расширяется, дальше идет ровный, тут смещение влево идет. Вот он борт гнутый, этот гнутый. Даже тут участки я помечал прямо особо жестким маркером. Такие вот дела, такие вот колеса. Ну, наверное, ездить на них можно. Иначе бы их, судя по всему, не привезли. И на этом эта не увлекательная и неинтересная история заканчивается. Всем спасибо.